Добрый день. Решил забрашировать потолочные балки из дерева. Чем? Каким способом? Хочу с вами поделиться, если вдруг будет у вас тоже такая идея. Щеточка брал в магазине Днепро-М. Как же она? Нейлоновая, абразивная, с каким-то там напылением. Вот. Ну и обычная щетка из металла. А, нет. Необычная. Я обиделась. Волшебная. Уколола сразу. Так, это тоже предназначено для чистки старой краски, лаков, ну и выбора мягких волокон древесины. Было написано на упаковке, ну, решил взять попробовать. Диаметр здесь 63 мм обозначено на упаковке. Ну вот я только что перемерял, что упаковку выбросил, решил так померить сколько. Тут уже 62 мм, то есть или ошибочно указано, или миллиметр все-таки сточился на... Вот сколько тут у меня, раз, два, две балочки, это... Ну, грубо говоря, там, возьмем 4 метра и еще один кусочек слоя второго цвета. Тут более видно, да? Но они все-таки не глубокие. Ну так, получилось, в принципе, ничего. Значит, первый слой взял, первый цвет, ведерон, реновационный импрегнат, выбеленный дуб. Вообще он предназначен, там написано, для нанесения на древесину, уже окрашенную там ранее. Вот, то есть типа реставрационный. Вот. Но я наносил его не первый раз на чистую древесину. Тоже получается отлично. Вот. Кстати, о нем у меня будет отдельный ролик, пару слов о его хранении. Сколько долго он хранится и какой он бывает. Непонятно почему потом, после хранения. Так, второй цвет, вот этот серый, который Люкс Декор использовал. Кстати, разные фирмы. Ну ничего, все отлично. Друг на друга легло, никаких реакций. Этот цвет, тут написано безбарный. Походу его колеровали при продаже. Цвет 50-83. И второй цвет я попробую, но потом тоже покажу. Сниму, какой получится. Второй цвет тоже ведерон реновационный, тоже импрегнат фиолетовый. Кстати, их уже реновационные, по-моему, не выпускают. Еще можно найти так, где-то по магазинам можно найти фиолетовый R15. Тоже его попробую, как он будет в сочетании с выбеленным дубом и при шлифовании. Кстати, сейчас нажму на паузу, покажу, как, если вот этот реставрационный, у меня немножко осталось в баночке, и я решил его использовать, где-то покрасить, и как раз объектик по дороге попался, маленький объектик, и я его покрасил. Сейчас, да, что говорить, сейчас покажу. Вот этот наш объектик, такой детский домик. Какой был цвет изначально, вот ему году, уже надо все менять, вот решил попробовать начать с этого. Значит, такой цвет был здесь, но вот такой, только без грязи. Да? То есть вот такой вот был цвет. Тут нанесена морилка и какой-то хреновый лак. Не помню уже, каких производителей, дело было лет 8 назад, там, вот 7, но не суть давно. Вот, и поверх него я нанес этот реновационный импрегнатик, выбеленный дуб. Вот что, получился какой цвет. Ну, это один слой. Это один слой, мне понравилось. Сейчас с другой стороны покажу. Вот, ух, вот такой сероватый, сероватый, розоватый. Сдалека. Ну, блин, если не брать в учет эти все, всякую такую фигню некрасивую, да, вот это все, это у меня детки рисовали, вот, то, в принципе, ну, блин, ну, неплохо. Еще второй надо попробовать, как будет. Так. Что у нас насчет броширования? Ну, насчет броширования сейчас крашу вторым, третьим слоем, шлифую. Итак, нанес три слоя серого, три слоя фиолетового. Сейчас буду... Щеточки, для чего я показывал вот эту, что я брал. Пробовал ей тоже, но она в таких местах, в таком неудобном положении, возможно, если брать доску, уложить ее нормально, да, и сверху подвыбрать, побольше времени потратить, возможно, она покажет результат. Ну, скорее всего, покажет. Но вот в этом случае она просто царапает. Очень много мелких просто царапин идет. Так, в общем, зашкурил. Ну, вот так вот она выглядит, если находится сверху и свет бьет вниз. Это фиолетовый. Это серый. Шкурил. Я пробовал 240, 320 и 1000. У меня по десяткам, но по сотням там 800, 700 вот такими номерками лучше брать. Трёшь. Ну так, тиранут, если. Видите, вот дерево проявилось. Проявилось дерево. Ну что, это было какое 320 зерно. Вроде не нажимал особо сильно.